Грибоед, привет, дорогой грибник и грибоед. Сегодня мы познакомимся с грибом гиграфор. Гиграфор нельзя отнести к достаточно популярным грибам, но свой круг поклонников он себе нашел. Этот гриб очень приметен на фоне мха и довольно просто отделяется от грибницы. Шляпка гиграфора может достигать всего 5 сантиметров. У молодых она имеет правильную ровную форму, иногда немного выпуклую. Цвет шляпки может быть как желтовато-коричневым, так и буровато-коричневым. В сырую погоду поверхность очень обильно выделяет слизь, мякоть белого цвета плотная, с едва заметным вкусом и грибным запахом. Данные предоставлены сугубо в ознакомительных целях.